И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. А по нём это видео называется Level Kitchen. Level Kitchen – правильное питание с доставкой на дом. Вручён с шарным бренд-шефом и квалифицированным диетологом. Более 300 вкусных и здоровых блюд в меню. Вам больше не нужно думать, чтобы приготовить, чтобы было вкусно и полезно. Такое питание выходит дешевле, чем обеды и ужины в кафе, потратив больше свободного времени на себя, ребенка или мужа. Ведь больше не надо заморачиваться готовкой и мытьем посуды. Level Kitchen для тех, кто следит за собой, своим питанием и телом. С Level Kitchen любая еда может быть полезна и здорова, если она правильно приготовлена и сбалансирована по КБЖУ. И по моему промокоду новые пользователи получат скидку 15% на новый заказ. Промокод действует до 19 сентября и в этих регионах. Ярославль, Владимир, Тверь, Тува, Санкт-Петербург, Лежань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва, Краснодар, Калуга, Екатеринбург и Челябинск. Промокод оставлен в описании под видео. Всем привет, с вами снова Лебек Фалкон, и сегодня мы будем проходить историю Алекса Хантера FIFA 18. Ну и перед началом ролика прошу вас поддержать его лайком или дизлайком, написать коммент и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Смотрите группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом, все ссылки в описании. Также прошу в эту пятницу в 20:00 по Москве начнем по Red Dead Redemption 2. Всех жду. И ночью у нас финал кубка, но давайте сначала посмотрим, что пишут в соцсетях. Будем пытаться стать чемпионами. Надеюсь, получится. Сменим плечошку. Хантер шбаловка сейчас будет. Буче. Так же. Ну, давайте-ка поиграем. Ну, погнали. Я обычно будем играть два матча. А то кто-то позвонил в дверь. Это отец. Alex, wait. You have to spell it out. I understand. I do. I just need to see you, is all. I just need you to hear me out. 10 minutes, that's all I ask. Someone you can say, конечно, не очень. Help you in life. I respect that. Remember the day I found out she was dying? You were at a cup final. What were you? 10? Been out of the game a few years by then. Yeah, that's what's supposed to Alex. We were kicking off over everything. I remember once we were out for a walk, little family outing. We were well down the path, and I asked your mum if she put the handbrake on. She couldn't remember. Stupid. Half the night round and over a handbrake. Hoping you couldn't hear us upstairs. Alex, we tried to make it work. It was over between me and your mum long before I left. After South passed, they wanted to put Kim into foster care. So I made a choice. Been bringing her up ever since. I guess you'd worked out your priorities by then, anyway. Look at me, son. All days gone by when I haven't thought about you. You had mum. Jim. Sister. Who did she have? Давай ему фотографию, как она выглядела в детстве.
все, как обычно, тут неловко. Тренировать мы будем перехвата по шов. Ну, погнали, что ли. Неплохо. Так же. Так. И... Последняя попытка. Удачно. Ну, погнали дальше. Тут не молодше. Погнали. Так же. Да уж. Покажем, что он делает все, что же хотят. Так же. Может, надо на четверку уже лезть? Хантова забивает мяч и уже должны пятерок. Так что все, все, но неплохо. Блин, все сразу получилось. Так. Да, все, но более-менее получилось. Мы выполнили задание на самую высокую оценку. Мы будем пытаться стать чемпионами. За работу. Так. Теша Медлажаша. Добавим нам еще одни бутши. Это как раз, кстати, идеально проходит под счет форума. Знаете, нет. Так. Играть мы будем против нулевого крылета больше. Погнали. Видно, Хантов все равно не уничает. Everyone in this room already knows what's at stake here today. It's a cup final. Ты не мотивирует их? Glory or nothing. But maybe some of you are thinking that there will be other seasons, other finals, other chances to win. I used to think like that too. Listen to me. Before you step onto that pitch, ask yourselves. How many more chances have you got left? How many more seasons before football becomes a game you used to play? Я фильм говорит, он умная вещь. Do you know? I used to think I'd just go on forever. But I didn't. And neither will you. Today, all that matters is what you achieve out on that pitch, alongside your brothers. I carry the weight of my regrets every day.
But you guys don't need to. Every sprint, every tackle, every pass, every shot. Imagine they're your last. This is your last cup final. Your first cup final. Your only cup final. Win. Yeah. Si se puede. Ну, матч понятно будет тяжелый. Так, ничего не сбилось по этому. Все нормально, можно начинать. Лошан же Галаксин, Лёва Крылья Бош. Here's your chance to be the hero, bro. Take it. Джо доживает. Удача. We win, we'll all be heroes. Spoken like a pro. Just don't be forgetting to have fun out there. Like Gonzalez said, you never know when a final may be your last. Итак, вот он, финал Кубка МЛС. Вот-вот, рефери даст свисток. Мы погнали. Начало матча и ближайшие полтора часа, как минимум, мы будем переживать все это с вами вместе на канале Electronic Arts TV. Матч. Да, это был долгий путь. 34 игры регулярного сезона, плей-офф. И вот теперь все решают только две команды. Сегодня большинство специалистов отдают преимущество LA Galaxy. И кто бы мог подумать, что мы будем об этом говорить в июне. Удал. Или июне. А сейчас отражает, можно удал. Вытаскивает мяч голкипер. Но он был хорошим. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Команда выйдет на поле с расстановкой 4-4. Мимо. Удар! Мяч уходит на угловой. Хотя угловой тоже неплохо. Для футболистов Galaxy. Мяч летит в центр штрафной. Отбиваются. Защитник выносит мяч. Ставит корпус, не расстается с мячом. Лежит на месте. Ромен Алессандрини. Макс. Дос Сантос. Пантер. Пока неплохо. Наша матч что будет тяжело. Филиппе Мартин. Все-таки это финал. Райт Филлипс. Прострел. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Даниэль Роя. Макс. Может получиться интересная атака. Опасненько. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Судья позволяет продолжить атаку. Джонатан Дос Сантос. Канте. Паш. Перехват в центральной зоне. Не прошел. Райт Филлипс. Даниэль Роя. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Прошу, укрыл мяч. Алекс Хантер. Ну, скажем, пока здесь небольшие проблемы у нас. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Отличный рывок Алекса Хантера. Хорошо увидел партнера впереди. Да гол, к сожалению, не дошел. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. В этой атаке оборону пройти не удалось.
Акшн. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Филиппе Мартинс. И пас обратно. Скучновато. Еле Ван Дам. Пас. Алекс Кантер. Отлично сыграно. Надо решать. Кемер Лоуренс. Опасно. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Тут его прижимают, не дают пространства. Хантер. Это может быть опасно. Румен Алессандрини. Куда он будет? А вот это может быть. И гол. 1-0. Хантер открывает счет. Голом открывает счет в финале Кубка МЛС. Посмотрите на болельщиков, там просто безумие творится на фанатских секторах. Без сомнений, это очень важный и нужный для клуба. Счет мы, конечно, открыли. Это вам не прямой удар с носка с закрытыми глазами, это совсем... Под занавес первого тайма, Лос-Анджелес выходит вперед. Мяч, который идет точно так, как и хотел игрок Юджин. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Тут может что-то получиться. Кемер Лоуренс. Первый тайм уже ушел. Итак, свисток дает арбитр, и у нас заканчивается очень интригующий первый тайм финала Кубка МЛС. Наш. Пошел наш выбор в том тайме. Пока что все равно не шутил это больше на наше. Что вы не? Мы смотрим финал Кубка, в котором только что начался второй тайм. Команды уже начали игру, и чем ближе к развязке, тем будет матч интереснее. Давайте смотреть. Бежит Хантер. Хантер в атакующем рывке. Филиппе Мартинс. Райт Филлипс. Матч. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Не получилось сделать то, что я хотел. Но пока все сказал, что он таки не ПВО. Главное не попускать. Филиппе Мартинс. Потерял он мяч, но кому он достанется? Ёлки положит этот мяч. Отличный сейв вратаря. Паш. Пол команды обыграл, ничего себе. Куда ты лепишь? Ясис Сардес. Ну а здесь кого винить? Только себя любим. Тем временем замена у Лос-Анджелес Гэлакси. Как же очень даже хорошо. Главное не давать им больше возможности. Гонсало Верон. Так, держать оборону. Даниэль Роя. Он бьет. 1-1. И снова в финале ничего не ясно. Ну вот это отлично иллюстрирует весь сезон Galaxy. Они не ищут легких путей. Создают себе трудности на ровном месте, а потом мужественно их преодолевают. В общем, начинаем все сначала. Ну такой удар дать тебе. Дать бы шанс выиграть учитывая. Сложно отразить, если попадаешь в ворота, то это Никого Гожев Гледли Вайт Филлипс. Очень аккуратно и точно их практически без. Надо забивать. Американская команда сейчас произведет замену в своем составе. Ну сколько у нас моментов-то было? У них один момент и свожу гол. Пока неплохо. А что далее? Ошибся. Сейчас ваш пас попросить, и мне в тот момент дали паш. И сейчас мой футболист отдал паш в никуда. Еле Ван Дам. Дос Сантос. Алекс Хантер. И вперед он идет. Голкипер отбивает. Ну что, посмотрим, смогут ли извлечь пользу из этого углового игроки Galaxy. И прямо в центр штрафной мяч летит. Пенальти будет.
Ну главное сейчас идеализовать его. Я понимаю, мяч попал в лука. Будем бить в тот угол. Гол! 2-1. Дубль Алекса Ханта. Футболист ответственно подошел. Вот я даже не прыгнул. Без шансов для вратаря. Алекс Хантер очень уверенно и классно. Не стоило держать. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Лучше увеличить отрыв. Брайт Филлипс. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Даниэль Ройер. Ждем навес. Да черт такое, 2-2. Гол! Они сравняли счет. Какой финал мы с вами смотрим? И еще есть время на победный гол. Оборона просто никакая. Все же им удалось сравнять счет. Ах, какая сейчас пойдет игра. Ну и голкипер-то ничего не делает. Голю Шаша Крыштан. 2-2. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Прошли последние 15 минут. Джованни Дос Сантос. Нам что надо забивать. Очередной точный пас в его исполнении. Американцы будут бросать аут. Себастьян Леджо. Ну, куда подача? И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Игра головой. Мяч остается у его команды. Ты шугуем. Орельен Колен. Отлично сыграно, надо решать. Райт Филлипс. Последняя пятиминутка пошла. Так. Дос Сантос. Себастьян Леджет. Есть варианты для паса. Хантер. Иголки был тоже. У Иголки явно поймал кулак. Очень важный момент. Возможно, больше такого шанса не будет. Счет по-прежнему равный. Может быть, эта замена решит судьбу поединка. Мяч выбивает вратарь. Мяч подальше из штрафной. Бей, бей, не стесняйся. И выносится мяч из штрафной. Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Аут будет активно. Соперник сыграл после потери мяча. Джонатан Дос Сантос. И подает штрафную. Обидно. Этот угловой может решить судьбу. Но еще угловой будет. Трибуны стадиона заполнены. Болельщики будут вести свою команду вперед на протяжении всего матча. Да, сегодня болельщиков слышно. И это очень важно для игроков. Будут дополнительные тайны. Конец основного времени матча, но не конец игры. Нас ждут два дополнительных тайна. Ну, матч тяжелый. Саш, уже работал. Команда уже в игре, и арбитр дает свисток к началу первого дополнительного тайма. Дос Сантос. Так. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Алекс Хантер устремляется в атаку. Дамьен Перинель. И почти сразу мяч потерян. Не смогли из-под прессинга выйти они. Это как бы очень поймал Куваш, это явно. Это может быть опасная атака. Оставляет мяч. Гол! 3-2. Galaxy выходит вперед в кубковом финале МЛС. Снова мы уходим вперед. Совсем уж глупую оборону. Сопернику такого класса нельзя давать слишком много свободы в атаке. Совсем немного не хватило вратарю, чтобы отразить этот удар.
Он как его отвозил, но от него же мяч взлетел в щетку. Вот еще один повтор, на этот раз другого. Должен был Джек Макнивни. Игра продолжается, финал, счет конечно. 3-2. Даже Хантов сейчас придет помогать команде в обороне. Тут может что-то получиться. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Себастьян Леджет. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Так, Паш. Джонатан Досан. Удал Хантова. 4-2. Забивают Galaxy и создают таким образом очень комфортное преимущество в два мяча уже. Преимущество действительно комфортное. Теперь главное не расслабиться раньше времени. Все-таки это кубковый финал, и соперник тоже не лыком шит. Полный контроль и концентрация. Это единственно верный путь к трофею. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и все еще может измениться. Конец первого дополнительного тайма. Посмотрим, остались ли у команд силы на вторые 15 минут. Первый дополнительный тайм окончен. У них всего 2 удава и 2 гола. Второй тайм дополнительного времени начался. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Прошу, укрыл мяч. Надо пенальти не доводить. Потери мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Надо же, голкипер это же удал. Красиво сыграл вратарь. Мяч за пределами поля, угловой. Мяч летит. Войнушево. Опасно как. Отлично, войнушево нашу команду. Поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Через 8 минут арбитр даст свисток об окончании второго дополнительного тайма. Паш. Пока неплохо. Мяч потерян. Саша, как чего? Ничего. На пару решили разыграть эту комбинацию. Вперед он мяч тащит. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И выносится мяч из штрафной. Паш. 3 минуты остается сыграть. Пас на ход партнеру. Отлично сыграно. Он с мячом. Отлично. Но удар у него не получилось. Да, шанс был 100%. Как его можно было не использовать, не понимаю. На тренере просто нет лица. Такой выход один на один в самом конце матча. Это просто подарок. 3 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Акс. Чемпионы. Все, все, окончен матч. LA Galaxy становится 4-2. Да, парни это действительно заслужили. Великолепная раз. Кубок взят. Команды ликуют. Второй трофей, по идее, приходили Алекса Хантова. Там они взяли Кубок Англии. Of course I'm coming back. It wouldn't be Christmas without you and Granddad. Just promise me you'll make them roast potatoes extra crispy, yeah? All right, my mug will go. Yeah, I'll speak to you soon. You too.
Yes. You wanted to see me, coach? Ah, yes. Ну, его зовут Лено. You've had a wonderful season, Alex. The impact you've made since coming here. I don't think I've ever seen a player as young as you make such a difference to a team. Alex. I can't take all the credit. There were 10 other guys out there with me. Humility is a virtue. I only wish I had 11 Alex Hunters on our team. Акс. А может, надо еще один матч шиговать? Так, лучше. О, надо вот это черное. Поставим. Не, честно говоря, бывало, даже глупо не вышло. Ну да, в шок не шарю, но это так. По два матча. Well, I'll get those in the car then. Cheers. Shouldn't this be in a museum or something? Hey. That? It's kind of a family heirloom. Our granddad scored his 100th goal with this. Coventry City away, February 1969. Left foot volley. Sweet as a nut. Он дал этого сестре. Really have to go? I'll be back before you know it. All right. When you get back, we're going to training together, okay? Deal. Better get a move on or you'll miss your flight. Yeah, I'm coming, I'm coming. Hey, Alex. Thanks. Remember you asked me for a piece of advice once? Never stop believing you're good enough. You're a hunter. За шейным сетям. About this game and what could keep it up, because there hasn't been too much to shout about so far. No, both teams flat. Вот он, Ньюкасл. Его своя бывшая команда. Well, well, well. Look who's back from La La Land. Дэнни Уильямс. Hey, but let me see if I've got this straight. You come back to Blighty for the holiday season. And here you are spending New Year sitting at your mum's watching football on the telly.
Alex Hunter, party beast! Oh, mate, still got a mouth on you, I see. I can't believe I'm actually gonna say this, but it is good to see you, bro. Oh, I know that. You see me every day. Modest as ever, huh? Look, Danny. I'm sorry if I sort of fell out of touch a bit. Been that. We're mates. It was mad. So you're gonna tell me what's going on? Huh? Well, lads are winning, that's what. Well, seems the gaffer doesn't think I'm as good as the guy they brought me into replace. I don't know, mate. Ever since the move, it's like I've been in my own head too much. Like everyone's watching me, waiting for me to be the next. Ну что ж, сейчас каникулы, то мы, наверное, это. Твоя мальчика, если говорить, не будем. Ну что ж, сейчас будет, видимо, сюжет, наверное, всякие задушевки. Just show them what you can do. Who needs Alex Hunter when they've got the Williams? Hmm? Yeah. I mean, I was just... I didn't want to say anything, you know, hurt your feelings. I appreciate it. Get you down. Yeah, you're welcome. No more stealth mode. Yeah. All right. Well, let's go out. I'll show you how it's done. Oh. Вот второй матч это был как вот наша вот такая вот ваша милочка. Как мы тогда тоже ценю такую игру, почитай как матч. Погнали. Хантер против Уильямса. Так, пока 0-0. Так. Мимо. И Уильямс тоже бьет мимо. 1-0. Так. Последняя попытка Дэнни. И Хантер выигрывает матч 1-0. Тяни лучше, не Дэнни. I see you've learned a few new tricks while you've been away. A few here and there. Well, this has been a laugh. Forgot about that. Football being fun. Maybe that's your problem, bro. Yeah, maybe you're right. So where are we celebrating New Year's? I do know a club. Oh, opened about a month ago. Я думаю, я reckon Новый год. Could give your LA hangouts a run for their money. Really? Well, only one way to find out. How you talking, partner? Ну что, пока продолжаешь. Так что это явно не конец, и что ли? He's probably got the kitchen door shut, hasn't he? Jim! Down. Jim! Mate, don't talk to my granddad like that. Show some respect, yeah? But I'm wasting away here, mate. For you. Oh, there he is. What I am the not tail, a hard Michelle. Man to find, Michael. Off it, Williams. Got some business to do with my boy here. I'm watching TV. Apparently breakfast is ready. Why didn't you say that when you first came in? I'll save you some eggs. An egg. Maybe. What's it with everyone being so early today? I was excited. I've just been on the blower to the galaxy. Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you. Is this another wine?
These look like wind-ups to you. Don't get me wrong. Galaxy didn't want to let you go, but Atletico. Atletico, PSG, и Баварии. But they're all great opportunities. All you got to do is pick one, and I will make it happen. I don't know. What do you think? Так же. Я бы, конечно, сам бы выбрал Баварию. Но, учитывая, что Хантер сам хочет прийти в Реал, логично будет выбрать Атлетико, я думаю. Да, и же Атлетико будет посложнее, но выжить, потому что Бавария все равно фаворит, PSG фаворит. Так что давайте шагаем за Атлетико Мадрид. И Хантова благодарит Майкла. Thanks. I owe you one. Actually, I owe you more than one. But it's a start. Хантова ликует. Глава 4 живёт Шина. Ну что, что мы продолжаем? Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Шпаргу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можешь пожелать канал Доната. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Шпаргу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можешь пожелать канал Доната. Я не помню, говорил это или нет. Все ссылки в описании. Также, потому что в эту пятницу в 20:00 по Москве начнем Red Dead Redemption 2. Всех жду. Всем пока!